В Швейцарии накануне отвечали на вопрос, должен ли каждый взрослый житель иметь гарантированный государством доход. Там прошел референдум, который во всем мире вызвал общественный резонанс. 76,9% граждан на референдуме проголосовали против безусловного базового дохода. Именно столько швейцарцев отказались ежемесячно получать от государства 2500 франков на взрослого и 625 франков на ребенка. Сообщается, что поддержали инициативу чуть больше 23% жителей страны. В целом против введения базового дохода проголосовали почти 2 миллиона человек за 568 тысяч. Как заявили аналитики, граждане Швейцарии не хотят получать деньги из воздуха. Швейцария – первая страна в мире, выносящая эту тему на общенародный референдум. Подобные инициативы обсуждаются в Финляндии, Канаде и в Австралии.